Здравствуйте, с вами Полли. Сегодня я вам расскажу о возможности попасть на выставку в Японии. Выставка для художников. Вот. Если вы являетесь художником, фотографом или скульптором, творческим человеком, если вы интересуетесь разными конкурсами для художников и фотографов и выставками, не забудьте подписаться на этот канал Полли. Каждый месяц я рассказываю о международных мероприятиях, где можно поучаствовать, выиграть призы, попасть на выставку, заявить о себе. Если мое видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий, что вы думаете по поводу данного конкурса. Под видео находится ссылочка, как обычно. Вы можете пройти, прочитать полные правила данного конкурса, поучаствовать. Я вам сейчас вкратце расскажу. Это Open Call в Японии для художников. И те, кто смогут пройти отборочный тур, попадут на выставку. Выставка будет проходить зимой с 14 по 17 февраля 2025 года. Сказано, что принимают работы от всех желающих, то есть независимо от национальности, от возраста, от опыта. Жанры принимают следующие: живопись, фото, инсталляция, скульптура, смешанная техника, иллюстрации и так далее. Тема, которую предлагает Open Call, это открытость. Можно, в общем-то, попасть на такое мероприятие в Японии, которое для художника не будет лишним. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу данного мероприятия. Примете ли вы участие? Есть ли у вас картина на тему открытость? Или вы что-то нарисуете? Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!